お、приходите к двум, возьми плавки. Плавки. Ну, Кабото, ты чего? Каботочка! Приветик, Кабото! Нет. Чем мы сегодня займемся? Нет. Ты взяла свой купальник? Нет. Какая неприступная! Ты это купальник взяла. Да, тупая Йодзера меня попросила. Привет. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。болезненные воспоминания директора. Не думала встретить здесь принца Старока. Но ведь врата зла были уничтожены в последней войне. Прекрати уже. Йодзера? А, Йодзера. Верно. Зачем ты это напялила? Дур, что ли? Мозги растеряла? Ты чего? Не приближайся, мерзость! И что это было? Что происходит? Сегодня день купальников. День купальников. Сегодняшний день мы проведем в купальниках. По какому поводу? Чтобы от покупки купальника был какой-то толк. Ну это что, уехала домой? Да, они тоже сразу собрались и уехали. Столько народу, даже не поплаваешь. Это правда? Ну, да. Ты чего? И вообще, что за глупая маска? Да и купальник ничуть не лучше. Не хочу показывать всем подряд свое тело. Это постыдно. А то не видно ни тела, ни лица. Все нормально. Придешь так в бассейн, тебя силком оттуда выкрут. В правилах не написано, что нельзя надевать маски. Зато написано, что нельзя приносить всякую дрянь. Тогда почему тебя пропускают? Что сказала? Мясо с бассейном как-то не... Ходока. Я надела под халат купальник. Хочешь посмотреть? Не особо. Ты очень удивишься. Он называется «Невидимый для дураков». Это называется «Голое тело». Ну что, взгляни. Стой, дурочка. Я пошутила. Ну, как тебе мой купальник? Вполне обычно. Обычно? Это он с виду такой. На самом деле в воде он становится полностью невидимым. Эй! Представь, мы вдвоем на горячих источниках. Ты думаешь, что на мне обычный купальник, и тут я голая! Ты не устоишь и поддашься зову своих животных инстинктов! Нет, я не поеду с тобой на горячие источники. Да ладно! Братишка! А
Все нормально, это... Девочка, я тебя съем! Не ешь меня! Я сырая, сырая! Я тебя хорошенько прожарю! Я совершенно невкусная! Я сегодня ела овощи! Я вегетарианец! Не надо было отказываться от стейка! От меня бы сейчас воняло мясом! Больше не кормишь ее стейками! Госпожа Мария сказала покупать ей нормальную еду! Вперед, Тастар! Съешь церковную шапку и обглодай ее косточки! Он же только что Астаротом был. Так ты заодно с вампиршей! Дура, тупая дура, какашечный вампир! Умри! Умрешь сейчас ты! Я обглодаю твои косточки! Спасай, братишка! Хватит уже, Йодзора! Ладно. Эта маска проклята. Владелец подчиняется приказам принца Астаро. Ой, руки меня не слушаются. Темно, ничего не вижу. Твоей душой уже начинает овладевать тьма. Я не хочу превращаться в лошадь. Помоги мне. Только если поклянешься, что на метр к братику не подойдешь. Нет, я люблю братишку. Ура! Заклятие исчезло! Съела какашка! Ух ты! Как же там дура! Слушай, Йодзера, раз такое дело, может, на пляж сходим? Там же куча народу. А если я позову вас на свой личный пляж? Ты серьезно? Ага, у нас есть летний домик с пляжем. Черт, а буржуи! Ну, я сама там последний раз в детстве была. Ехать далеко, приходится ночевать. Если подумать, мы же можем съездить туда всем клубом! Вот как, всем клубом! В играх постоянно такое бывает! Отличное занятие для клуба! Ну, когда мы станем популярными, такой опыт нам пригодится. Я уточню у папы. И когда мы поедем? Может, кто-то занят будет? Когда угодно. Тут же ни у кого нет друзей. Не говори с такой ухмылкой. Эй, вы про что сейчас? Для порядка надо и куратора взять. Алло? Алло, это Сенака Сивадзаки. Могу я услышать Кодаку? Спокойнее, Сена, это мой мобильный. А, точно. Ну, что хотела? Вы с Кабото сегодня свободны? Ну, в клуб собирались. Приезжайте сегодня ко мне. Ну, ты же хотел пообщаться с папой. Да, но чего так внезапно? Ну, я спрашивала его про поездку и упомянула тебя. И папа сказал, что хочет поскорее с тобой встретиться. Зачем? Как знать. Ну, так что? Ладно, приедем. Хорошо, слушай, как добираться. Погоди, сейчас запишу. Срок сдачи там написан. Мы с Кабато сегодня не придем. Ясно. Не придут? От мяса. Я сегодня пас. Нам сюда. Частная собственность. Определенно.
Добро пожаловать. Дети Хаято, стало быть. Я отец Сены и директор вашей школы. Рад знакомству, директор. Кодака Хасигава. А это моя сестра Кабато. Узнаю его лицо. А ты вся в Айри пошла. Ужин уже ждет. Заходите. Секундочку. Господин, вы не назвали им своего имени. Моя фамилия Касивадзаки. А имя состоит из неба и лошади. Тенма Касивадзаки, что ли? Его зовут Пегас. Пегас. Не называй меня по имени! В общем, довольно странное это имя. Прошу, не надо. Не буду. А я Стелла Стюарт. Стюарт. Пожалуйста, не смотрите на меня, господин Кодака. Я же забеременею. Стюард, это вроде дворецкого. А я сперва подумал, что вы мать Сены. Жена сейчас в отъезде. Пап, редко ты встречаешь кого-то на входе. Проходил мимо. Он так нервничал, хотел скорее с вами встретиться. Ничего подобного. Накрывай уже. Поняла вас. Прошу вас. Приятного аппетита! Кабата, кушай сколько хочешь. И про манеры не забывай. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Спасибо вам, что помогли с поступлением. Кажется, батя попросил слишком многого. Именно так. Только учебный год закончился, звонок. Слушай, возьмешь к тебе в школу моего сынка и дочку? Совсем совести нет. Уж простите. Ты слишком вежлив, чтобы быть его сыном. Точно, забыл. Мелочь, но все же. Что это? Немного кислый, немного острый. Если вы не пробовали китайский соус чили, вы не жили. Чего? Серьезно, он очень вкусный. Пойдет и с рисом, и с пастой. Кабата не любит острые, но его она обожает. Можно открыть. Конечно, конечно. Вкусно. И правда, очень вкусно. Ну и хорошо. Братик, тоже хочу. Сестрянка тебя покормит. А я то и раньше любил привозить всякие заморские вкусности. Ну, он любитель полетать по другим странам. А теперь и вовсе переехал. Он совсем не меняется. Тяжело вам, наверное. Серьезно, бросил своих детей ради каких-то раскопок. Вот сволочь! Он не сволочь! Простите. Батя не сволочь. Вот дураком можно назвать. Это само собой. Остаться на ночь? Не нужно стесняться. Не в этом дело. В выходные последний автобус уходит в 8 часов. Если так настаиваете, могу отвезти вас на машине. Но мне так неохота. Неохота? Да, почему бы вам не остаться? Ну, мы не взяли свои пижамы. Можешь надеть мое кимоно. Хаято обычно так и делал. А Кабата может надеть одну из моих старых пижам. Но комната... У меня есть комната для гостей. Спасибо за гостеприимство. Спящий, а?
она еще милее. Только не трогай ее. А ты, похоже, понравился моему папе. Давно не видела его в таком хорошем настроении. И это в хорошем настроении? Еще в каком хорошем? Братик, где мы? Слушай, Кабато, а давай искупаемся перед сном. Искупаемся? Ага. Знаешь, Кабато, не надо себя заставлять. Давай, пошли искупаемся. Директор, выпей со мной. Мне еще нет 18. Это виноградный сок. Не волнуйся. А я уж думал. А вот тут вино. Ходишь? Я ж сказал. Шучу я. В школьные годы мы с Хаято также сидели, выпивали. Я замена для бати, стало быть. Хорошо пошло. Это же не вино. Все нормально. А? Нормально. Уже окосел. В школьные годы с Хаято так же выпивали. В школьные годы... Директор! Директор, не спите! Директор. Надо позвать Стеллу. Кабато. Братик! Ты чего? Стой, Кабато! Вы издеваетесь. Боже, господин Кодак, это маньяк. Нет, я не виноват. Я знаю. Идем, Кабато, пока она не вернулась. Слушайте, директор уснул на моей кровати. У него очень крепкий сон, до утра не проснется. Кабато может поспать со мной в комнате для прислуги. Извините, но вам придется поспать с ним на одной кровати. Что? А может, я с вами? Я сплю абсолютно голая. Посплю с директором. В школьные годы сидели, выпивали, значит. Определенно был моему бате близким другом. Поэтому батя и попросил его позаботиться о нас, когда уехал из Японии. И у меня когда-нибудь появится близкий друг. Ладно, спасибо вам за ваше гостеприимство. Кабато? Спасибо за гостеприимство. Приезжайте в любое время.
Спасибо за приглашение. В следующий раз искупаемся еще раз. Нет! Кабото... Что ты с ней делала? Ничего я не делала. Лучше скажи, Кодока. Ну, прошлой ночью. Прошлой ночью. Прости, мы с директором выпили чуток вина. Я опьянела и смутно помню вчерашнее. А что вчера было? Да, так. Ничего. Подожди, Кабадо! Думаю, так будет лучше для нас обоих. Кодока. Да? Вы чего? Позаботься о моей дочери. А? Конечно. Господин Пегас. Да как ты? Ладно, мы поехали. Эй, Стелла! Ты точно ничего не помнишь? Да точно, точно. В понедельник к 2. Идет. Отлично. Перевод и оформление шум. Куэс Матадор. Озвучено Персона 99. Помощь с техработами Гудвин. Релиз подготовлен группой JetSmart. Декабрь 2011 год. Когда я проснулся, рядом лежал какой-то пьяный дядька. А это... Что за фигня? Стоп, откуда он знает имя моего бати? Кто я? Мы что, спали вместе? Что ты делаешь в моей кровати? Я Кодока Хасагава, и это моя кровать. Это ты тут внезапно уснул? Ничего не было? Под девушку косишь. В следующий раз в поездке никто не спит. Не делали, если врешь, я тебе этого не прощу. Да ты актер. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。